representing the Czech Republic, Tomáš Werner. Награждение проводят. The medals are awarded by президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков. The president of the Figure Skating Federation of Russia, Alexander Gorshkov. Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин. The vice president of the Figure Skating Federation of Russia, Сергей Кононыхин. Честь победителя турнира ИСУ Гран-при Кубок России исполняется государственный гимн Чехии. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Czech Republic. Победителями стали Юка Кавагучи, Александр Смирнов, Россия. The winners of the gold medals, Юка Кавагучи and Александр Смирнов, Russia. Второе место завоевали представители Японии Наруми Такахаши, Мервин Трам. Second and the winners of the silver medals representing Japan, Наруми Такахаши, Мервин Трам. Третье место завоевали Аманда Эллера, Марк Ледвиг, Соединенные Штаты Америки. Third and the winners of the bronze medals representing the United States of America, Аманда Эллера and Марк Ледвиг. Награждение проводят. The medals are awarded by заместитель министра спорта
туризма и молодежной политики Российской Федерации и Юрий Нагорных. Deputy Minister for Sports, Tourism and Youth Policy of the Russian Federation, Юрий Нагорных. Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер. And the Vice-President of the Figure Skating Federation of Russia, Ирина Рабер. Победителей исполняется государственный гимн Российской Федерации. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Russian Federation. Начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров в одиночном катании среди женщин. First and the winner of the gold medal representing Japan, Miki Ando. Награждение проводят. The medals are awarded by генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Бесеев. The general director of the Figure Skating Federation of Russia, Валентин Бесеев. Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. В честь победителя турнира ИСУ Гран-при Кубок России исполняется государственный гимн Японии. Ladies and gentlemen, the national anthem of Japan.
победителями турнира ИСУ Гран-при Кубок России в танцах на льду стали Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Россия. And the winners of the gold medals representing Russia, Екатерина Боброва and Дмитрий Соловьев. Второе место заняли Нора Хоффман, Максим Завозин, Венгрия. Second and the winners of the silver medals representing Hungary, Nora Hoffman and Максим Завозин. Третье место. Елена Ильиных, Никита Кацалапов, Россия. Third and the winners of the bronze medals representing Russia. Елена Ильиных and Никита Кацалапов. Награждения проводят. The medals are awarded by президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. The president of the Figure Skating Federation of Russia, Александр Горшков. Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Лакерник. The Vice President of the Figure Skating Federation of Russia, Alexander Lakernik. В честь победителей турнира в танцах на льду исполняется государственный гимн Российской Федерации. The national anthem of the Russian Federation.